Доброе утро! Вы смотрите программу Натальи Абулы. Я желаю вам прекрасного дня и постараюсь, чтобы за время нашего эфира вы получили интересную и полезную информацию. Эйнштейну принадлежит высказывание «Жизнь словно езда на велосипеде. Чтобы удержать равновесие, нужно двигаться». Но в каком направлении? Этим вопросом задавались участники праздника улицы Аннас. Его организовал Дом технического творчества молодежи. Машинки, которые участвуют в этих гонках, мальчишки сделали своими руками. А еще в Доме технического творчества молодежи юные конструкторы создают ракеты, почти как настоящие. В других кружках увлекаются изготовлением деревянных игрушек или, например, химическими фокусами. Все эти достижения были продемонстрированы рижанам на празднике улицы Аннас, который в этом году проводится в 19-й раз. И всегда это новые впечатления и открытия. Для детей после школы очень важно посещать такие места, как технический дом творчества, так как меняется обстановка. У нас опытные педагоги, они профессионалы в своем деле. На самом деле совсем немного таких уникальных мастерских, где можно работать практически. В Доме творчества 40 мастерских. Каждая из них оформлена в собственном дизайнерском стиле. Здесь все предназначено для продуктивной работы каждого из 1600 учеников. Подход к ним сугубо индивидуальный. Дети учатся мыслить, рассчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Они находят единомышленников и набираются опыта. Manuprāt, tehniskās jaunredzes nams Annas 2 ir viena no labākajām vietām, kur vispār apgūt astronomiju, jo es pats šeit esmu mācījies, un arī šobrīd šī ir viena no praktiski vienīgā iestāde Rīgā, kur var apgūt astronomiju, nu, tiešām astronomiskā vidē, kā jūs redzat. Дом творчества молодежи Видзимского предместья – единственное место в Риге, где можно заниматься автомобилизмом и ракетостроением. Один из его выпускников занял почетное третье место на чемпионате мира, представив на суд международного жюри радиоуправляемый ракета «План». Чтобы детки смогли приобщиться к радости созидательного творчества, мамочкам будущих Эйнштейнов и Королёвых порой приходится выстаивать длинную очередь, ведь Дом творчества – то место, где жизнь происходит в движении и радости каждому дню. Уважаемые клиенты! Портал видеорекламы «А-Видео» создан для вашего удобства. Где бы вы ни находились, в любом месте Латвии или за границей, наш портал дает возможность наглядным образом показать деятельность вашей компании, продемонстрировать продукцию фирмы, товары для продажи или предлагаемые услуги. Рекламные сюжеты классифицированы по рубрикам, что облегчает посетителям портала поиск товаров и услуг. Информация портала обновляется еженедельно после выхода в эфир очередной программы «Утро с Натальей Абалой». Любой сюжет легко найти, разместив название фирмы в строке поиска. Ссылку на свой сюжет вы также можете разместить на собственном сайте. Посетителям сайта наш портал дает возможность найти качественные товары или услуги, составить мнение об имидже фирм-компаний. Портал А-Видео – это отличный способ прорекламировать свою фирму в интернет-пространстве. Средства гигиены давно стали привычным предметом первой необходимости. Современные женщины отдают предпочтение натуральным продуктам, которые подходят даже склонной к аллергии кожи. У женщин во все времена было много забот и хлопот. В круговороте дел и обязанностей успеть сделать все бывает очень непросто. Но сколько бы ни было забот, не стоит забывать о собственном комфорте, удобстве и средствах личной гигиены. Если почитать все менструальные дни женщины, получается около 7 лет. Первые сообщения об использовании абсорбентов появились тысячелетия назад. В Древнем Египте женщины в критические дни использовали папирус, в Древней Греции – различные ткани, например, шелк. В Полинезии отдавали предпочтение травам и морским губкам. Современный мир способен удивить женщину огромным разнообразием средств личной гигиены. При таком огромном предложении важно сделать правильный выбор.
Общество с ограниченной ответственностью Энагам предлагает гигиенические прокладки Магуны. Чем же они смогут заинтересовать женщин? Это то, что ни в одном продукте Магуны во время производства не использованы ни красители, ни ароматизаторы. Поэтому эти прокладки рекомендуются женщинам с чувствительной кожей и подверженным аллергической реакции при использовании аналогичной продукции. Разные виды прокладок Магуаны предназначены для различных возрастов и жизненных ситуаций. Ими могут пользоваться и молоденькие девушки, и женщины после родов или операций, а также дамы в возрасте. В нашем стартовом комплекте предлагаем три вида гигиенических прокладок. Один вид – это ежедневные прокладки, у которых очень мягкий верхний слой. Они воздухопроницаемы, и что особо важно, в них не использован сильный клей, поэтому они бережно относятся к белью. Второй вид – это тонкие гигиенические прокладки с очень мягким дышащим верхним слоем и дополнительным абсорбирующим веществом, которое гарантирует впитывание. Третий вид, который мы предлагаем – это толстые гигиенические прокладки. Это чистый продукт в составе только специально обработанная целлюлоза. Продукция Магуаны доступна в больших универсамах «Максима 2» и «3Х», магазинах «Ики», «Стокман», «Дабатеу» в Елгове и «Огре», в магазинах «Топ» в «Огре», а также в интернет-магазинах. То, что автоматы полностью заменят труд продавцов и официантов, это только вопрос времени. В странах с развитыми технологиями, таких как Япония, это уже произошло. Но и в Латвии есть пионеры передовых технологий. Благодаря торговым автоматам не нужно будет стоять в очереди и ограничиваться скудным ассортиментом товара. Достаточно лишь заплатить, нажать номер продукта, и он у вас в руках. Компания JOFMR на рынке торговых автоматов уже более 40 лет. Она является одним из мировых лидеров в этом сегменте рынка. И в Латвии уже есть ее представитель. Компания JOFMR – это испанский производитель, один из лидеров мировых, который на рынке торговых автоматов уже более 40 лет. Мы представляем эти компанию представляем в Латвии и их аппараты. Мы эти аппараты предлагаем в аренду и предлагаем купить у нас. Даже при большом желании взломать устройство очень сложно. Автомат защищен антивандальным корпусом, изготовленным из 1,5-миллиметровой стали, оснащен замком «Паук» и специальной петлей на всю дверь. Такие автоматы установлены в разных странах мира – от США до России. Помимо торговых аппаратов, JOFMR поставляет на латвийский рынок кофейные аппараты. Приготовленный в них кофе по своему качеству отвечает даже высокому уровню требований кофеманов. Перед приготовлением зерна перемалываются, причем помол происходит под цифровым контролем. Затем кофе дозируется. Испанцы создали технологию, при которой кофе в автомате смачивается перед подачей в дозатор. Напиток приготавливается, пропуская через молотый кофе воду под давлением. В результате получается превосходный ароматный кофе. И это не единственное преимущество автомата JOFMR. Если у вас нет времени на обед, а кафе находится далеко, аппараты JOFMR – идеальное решение проблемы. Они обеспечат вам вкусный обед, приготовленный самым правильным образом, с горячими блюдами и вкуснейшим кофе на десерт. Один из самых популярных производителей молочных продуктов в Латвии – Lasdonas Piensaimnieks. Предприятие продолжает радовать нас новыми экологичными продуктами. На выставке «Рига Фуд» ее попробовали сотни посетителей. Молоко – неотъемлемая составная часть питания человека. Начиная с младенчества и заканчивая глубокой старостью, люди употребляют этот целебный продукт, который дает им жизненные силы. Акционерное общество «Lasdonas Piensaimnieks» в течение многих лет сохраняет свои традиции, в то же время продолжая разработку новых молочных изделий. Предприятие одним из первых начало производство экологических молочных продуктов, узнаваемых и полюбившихся покупателям Латвии. В предлагаемый предприятием ассортимент входят разные виды молочных продуктов – кефир, пахта, сметана. Особо любимым потребителями продуктом стала ряженка «Lasdonas Piensaimnieks». Акционерное общество «Lasdonas Piensaimnieks» предлагает обширный ассортимент. Сейчас новейший продукт – это рисовое молоко, 10% молоко, и буквально на следующей неделе в продаже появятся 35% сливки. Продукция «Lasdonas Piensaimnieks» – это и несколько десятков изделий из цельного молока, которые пополняют многообразие ассортимента.
Мы предлагаем разные сладкие изделия. Кремы из сливок с овсяными хлопьями, ванильный, рисовый крем. Будет новый крем из рисовых сливок с клюквой, облепихой и с добавками манго и сливы. Продукция Lasdona Spēcājumnieks выпускается только из молока, производимого крестьянами Латвии. Подтверждение этому – знак на молочных продуктах – качественный продукт Латвии. Зеленая ложечка также подтверждает высокое качество продуктов, а также и то, что предприятие в своем производстве использует сырье исключительно домашнего производства. Наши продукты без консервантов, не имеют Е-добавки. Благодаря свежей натуральной продукции предприятие завоевало многие призовые места на различных конкурсах и дегустациях. И выставка «Рига Фуд 2012» не стала исключением. Блюда из рыбы и морепродуктов – отличное решение для разного рода диет и здорового питания вообще. Специалисты в области питания утверждают, что рыбный стол гораздо полезнее мясного. Предлагаем здоровую альтернативу. Фирма «Салас Зивис» помогает наладить кратчайшую связь между морем и вашей корзиной в супермаркете. Компания – один из лидеров по поставкам охлажденной продукции в Прибалтике. Кроме того, «Салас Зивис» разрабатывает новые продукты согласно нашим с вами нуждам. Крабовая палочка. Как много было высказано критических замечаний об этом продукте. Однако не тянитесь за пультом от телевизора. Крабовая палочка от «Салас Зивис» уникальна. В ней нет консервантов и всего того, что входит в аналогичный продукт других компаний. В составе этой крабовой палочки 55% натурального сурими, или же мяса белой рыбы, и поэтому срок годности только 14 дней. В разных странах они называются по-разному – равиоли, хинкали, манты, кнели. Это пельмени. Когда-то они назывались ушками, что очень подходит к новым пельмешкам от ВК-сервис по заказу «Салас Зивис». Аккуратно закрученное тончайшее тесто не разваливается при варке и выглядит на тарелке эстетично и аппетитно. Самый взыскательный гурман найдет себе пельмени по вкусу. Есть и новинки – три вида необычных, нежных и вкусных пельменей с рыбой и морепродуктами. Среди них диетические пельмени с мидиями, шпинатом, с треской, белым пангасиусом. Пельмени с мидиями и шпинатом напоминают традиционные корейские пельмени. В составе начинки не менее 77% отборных чилийских мидий, а также шпинат, оливковое масло и всего лишь 0,7% соли. Начинка пельменей с треской содержит 79% натуральной трески. Кроме рыбы, в фарш добавлены жареный лук, перец, соль и другие специи. Пельмени с пангасиусом содержат 72% филе пангасиуса, петрушку, жареный лук, приправы. Соли мало, всего 0,4%. Эники-беники, ели вареники. Это настоящий клондайк для вегетарианцев с начинкой из картофеля, капусты, грибов, сухофруктов или цельных ягод. Вареники от ВК-сервис – райское наслаждение. В них добавляют не разбавленное варенье, а только натуральные фрукты и ягоды. Главный их плюс – натуральность начинки. В ее составе нет яичных продуктов и усилителей вкуса. И эти вареники менее калорийны и очень любимы детьми. Всего их 4 вида. Вареники с вишней – классика жанра. Специалисты компании ВК-сервис делают их с тестом из пшеничной муки и спелой вишни без косточек. Эти вареники со вкусом детства точно понравятся всей семье. Вареники с персиками – необычный продукт. С небольшой кислинкой содержат 48% натурального персика. Вареники с черной смородиной понравятся и детям, и взрослым. В варениках с яблоками калорий мало, а плюсов для здоровья много. Начинка состоит из спелых и очищенных от кожицы яблок. Вкус кисло-сладкий, оригинальный. В торговых сетях Латвии эти вкусные вареники появятся во второй половине сентября. А теперь к сладкому столу. Слово «желе» у многих вызывает ассоциации с медузами. Холодное и дрожащее, ну как этим можно восторгаться? А тем временем желе – вкусный и очень полезный продукт. Есть множество десертов, которые любят и взрослые, и дети. Одно из них – желе. Это яркий и полезный десерт пришел к нам из Франции. В переводе «жели» обозначает «студень-гель». Компания «Алоэ Старкельсен» предлагает покупателям 7 видов французского десерта. Это, конечно же, всем известная клубника, лимон, киви, очень интересный вкус, вишня, клубника, апельсиновые и персиковое желе. Приготовить десерт из желе очень просто. Весь процесс не займет много времени. Всего 10 минут, и лакомство готово.
Приготовить желе легко и просто за 10 минут. Содержимое пакета растворить в пол-литра горячей воды, остудить до комнатной температуры и оставить в холодильнике до полного остывания. Сладкий застывший десерт не только вкусный, но и полезный продукт. Желатин спасает от артрита, он полезен для костей, ногтей и волос. Желе не содержит консервантов и искусственных красителей. Его можно смело давать малышам. Так как это натуральный, и как только ребенок начинает кушать, 6 месяцев уже можно давать желе с молоком или со сливками. Желе не только просто готовится, но с этим десертом можно воплотить множество кулинарных идей. Например, создать к празднику веселое полосатое лакомство из разных цветов и вкусов, добавить начинку из цельных ягод или использовать желе как украшение. Своим рецептом поделилась с нами София. Например, можно сделать самим дома тортик с декором желе, например, апельсинового. Нарезать апельсины, дольки апельсинов, выложить красиво на форме и залить апельсиновым желе. У вас готовый торт. Кроме желе, в ассортименте «Алоэ Старкельсен» сухой кисель со вкусом 5 разных ягод и картофельный крахмал. Продукция компании продается в крупных сетях супермаркетов. Высушенные плоды не только сохраняют все полезные вещества и свойства свежих фруктов, но даже приумножают их. Компания «Рикбери» предлагает натуральные продукты от местных плодоводов. Сухофрукты – это законсервированный кусочек лета. Лишенные влаги плоды превращаются в настоящий концентрат микроэлементов и витаминов. Производимые компанией «Рикбери» фруктовые и ягодные сухофрукты – убедительное подтверждение чудодейственным свойствам натуральных латвийских даров. Наши продукты особы тем, что мы их сушим в очень низких температурах, чтобы в них остались все ценные вещества, все витамины, антиоксиданты, которые вы бы нашли в свежих ягодах и фруктах. В ассортименте компании варенье, цукаты в удобной упаковке, которая особенно полюбилась молодежи, потому что их можно взять с собой в школу или на занятия в вуз. Соусы для мясных блюд и сладких десертов, а также сиропы различных вкусов. Из них можно приготовить газированный напиток, добавить в кофе или чай. Сироп наши очень продукты выгодные, потому что они очень концентрированные, да. И за маленькие бутылки вы можете сделать почти 5 литров напитка. Благодаря уникальным методам обработок сухофрукты и сиропы практически не содержат сахарозы. Например, в цукатах из черной смородины всего 2% сахара. Такие продукты легко усваиваются и рекомендованы даже маленьким детям, ведь в них не содержатся консерванты и искусственные красители. Предусмотрена и оригинальная упаковка для малышей, которую можно раскрасить. Съедая каждый день понемногу этих вкусных даров лета, можно укрепить иммунитет к наступлению холодов, улучшить состояние кожи, волос и ногтей. А найти продукцию фирмы «Рикбери» можно по всей Латвии в био- и эко-магазинчиках. Осень в саду – это чудесная пора для любого садовода, ведь наступает время высадки новых саженцев. И уже в следующий сезон сад порадует вас богатым урожаем. Если вы еще сомневаетесь высаживать саженцы весной или осенью, то обратите внимание, у осенней высадки есть много преимуществ. Начало и середина осени, примерно за месяц до наступления морозов, это лучшее время для высаживания саженцев с оголенной корневой системой. Саженцы успевают прижиться до холодов. Примерно через месяц на их корневой системе появляются маленькие белые корешки, которые с наступлением весны сразу пойдут в рост. Tagad nāk rudens sezona, apmēram septembra vidū sāksim rakt jauno ražu, ābeles, bumbieres, plūmes, ķiršus un vēl arī visas eksotiskās kultūras. Kā parasti rudens piedāvājumā būs labākas cenas nekā tas ir bijis pavasarī. Izvēle ir lielāka, stādi ir skaistāki. Visiem tiem, kas vēl šaubās vai labāk stādīt rudenī vai pavasarī, tad tur jāizvēlas, jāizdomā kādu kultūru. Jo ir tādas lietas kā ogulai, kuras ļoti noteikti ir labāk stādīt rudenī. Tāpat tās ziemcietīgākās bumbieru šķirnes, ābeles noteikti var stādīt rudenī. Ābeļas tāda lielākā daļa iesākumā būs divgadīga.
Осенью больше выбор саженцев разных культур. Сейчас доступны самые красивые саженцы, всем полюбившиеся классические сорта яблонь, груш, сливы, вишни, кустовой черники, малины, смородины, ежевики и экзотических растений, винограда, персиков, а также различные гибридные сорта. Цены вас приятно удивят. Ābele maksās 2,50, bet tā būs tikai rudens cena. Tie, kas paspēs rudenī, tiem būs par tādām cenām. Audzējām vēl arī krūmmelenes, kuras, protams, ir podotas. Tur arī visdažādākās cenas, sākot no 2,50. Все саженцы можно приобрести в крестьянском хозяйстве Гулби, а также во время сезонной выездной продажи на центральном рынке. Косметическая линия Tagadeur Cosmetic была создана 25 лет назад в Испании. Она сразу стала самым популярным испанским брендом, а затем приобрела известность и во всем мире. Начиная с этого года, Tagadeur Cosmetics можно приобрести и в Латвии. С новым для Латвии продуктом нас познакомит сегодняшняя гостья студии, главный редактор журнала Cosmetic Baltic and Professional Наталья Александрова. Задача нашего журнала – следить за новинками индустрии красоты. И я очень рада сегодня представить косметику Tagadeur Cosmetics компании, новую линию по уходу за возрастной кожей. Косметика, этот набор включает в себя флюид по уходу за кожей и крем для возрастной кожи. Ну, у этого флюида очень заманчивое название, эликсир молодости, но просто средство макрополоса. Да, да, так и есть, потому что компания Tagadeur Cosmetics уже 25 лет работает над эликсиром молодости. Я надеюсь, что им это удалось в этот раз. И, несомненно, эта компания очень успешная. Во всем мире представляют свою косметику. С огромным удовольствием женщины пользуются им и получают эффект от этих процедур. Тогда покажем нашим телезрителям сюжет об этой косметической линии. Tagadeur Cosmetics появилась на свет 25 лет назад на севере Испании, сразу же став популярным продуктом на родине. Собственные научные лаборатории каждый день находятся в поиске новых активных составов, уникальных эффективных компонентов, заботясь о потребителях по всему миру. Команда единомышленников научно-исследовательского центра компании разработала единственный в своем роде средство для улучшения внешности и оздоровления организма. Результатом 20-летних исследований и научных разработок стало создание препаратов, обладающих уникальными активными ингредиентами. Они сочетают в себе новейшие научные технологии с методиками восточной медицины и натуропатии. Для потребителей создана и удобная упаковка продукта. Большой ассортимент продукции – это 13 профессиональных линий по уходу за лицом и 11 по уходу за телом. Такой выбор позволяет косметологу подобрать индивидуальные средства для конкретного клиента и решить его проблемы с учетом типа кожи, возрастных особенностей и эстетических запросов. В качестве исходных материалов для продукции используются самые редкие и ценные натуральные ингредиенты, такие как экстракт золотой орхидеи, черной икры, кораллов, жемчужной пудры и кофе арабика. Для приобретения косметики латвийские покупатели должны обращаться в компанию Fredericks DNA. Мы хотим предоставить такую прекрасную возможность получить в числе первых этот замечательный эликсир молодости тем зрителям, которые смогут ответить на три вопроса, совершенно несложных вопроса, которые мы подготовили для них совместно с журналом. Первый вопрос. Что включает в себя ежедневный уход за кожей? Вопрос второй. Какие факторы способствуют образованию целлюлита? И третий вопрос. Каковы основные функции кожи? И сколько будет этих призов? Ну, вы видите, у нас здесь 5 призов. И я хотела бы поощрительные призы объявить для тех, кто, скажем, правильно, больше 5 человек, если ответят, смогут получить годовую подписку на профессиональное издание на 2013 год. Значит, подводя итоги, хочу сказать, что первые 5 правильно ответивших получат в подарок эликсир молодости, а 5 поощрительных призов, это годовая подписка на журнал Cosmetic Baltic and Professional, получат 5 человек, которые также
ответят правильно на вопросы конкурса. С помощью текстиля можно полностью изменить привычный облик вашего жилища. Самостоятельно воплощая в жизнь дизайнерские идеи, может не хватить знаний и опыта. Советуем обратиться к профессионалам. Текстильное оформление при помощи несложных для профессионала приемов может полностью изменить стиль интерьера. В сочетании с покрывалами, скатертями и декоративными подушками красивые шторы создадут атмосферу комфорта, тепла домашнего очага или утонченной роскоши. Основная коллекция фирмы КОВА-П представлена тканями от ведущих производителей из Латвии, Германии, Испании, Франции и Австрии. Мы на рынке уже находимся более 15 лет, и наши филиалы вы можете найти в четырех городах. Это Рига, это Талси, это Лепая и Даугавпилс. Наш ассортимент включает в себя шторные ткани. Да. В качестве услуг мы предлагаем пошив штор, дизайн штор, а также все услуги, связанные, скажем, замеры, повесить шторы, приготовить, сделать штанги и повесить штанги. То есть полный спектр услуг. Еще одно направление торговой деятельности компании – аксессуары для любителей рукоделия. Это нитки, иголки, пуговицы, ножницы, спицы и крючки для вязания – все то, без чего невозможно занятие любимым хобби. Многоцветную вышитую картину невозможно создать без полной гаммы цветных нитей. КОВА-П обеспечивает их поставку на наш рынок прямо от производителей, известных компаний «Майдера» и «ДМЦ». Кроме того, в продажу поступают металлизированные льняные и двухцветные нити. Мы предлагаем своим клиентам как оптом, так и в розницу бисер от чешских производителей ведущих, это Прециоза, и от японских производителей Тоха. Переплетение ниточек с нанизанным бисером рождают замысловатые узоры и необычные орнаменты. Секрет успешной работы с бисером очень прост. Для этого, помимо самих бусинок, необходимы нить, схема узора и желание создавать красоту своими руками. Бисер разнообразных цветов, размеров и форм широко представлен в магазинах КОВА-П. Постоянным покупателям компания предлагает карту клиента, которая позволяет приобрести товар со значительной скидкой. А подарочная карта – практичный выбор для тех, кто затрудняется с выбором конкретного подарка. Обувные магазины «Парис» дарят обуви вторую жизнь. Здесь можно купить обувь известных брендов по цене в 3-5 раз ниже начальной. Магазины «Парис» специализируются на обуви таких марок, как «Экко», «Габар», «Кларк» и «Саламандр». Времена года так быстро сменяют друг друга, незаметно подрастают детишки, и их ножки тоже. Вдруг понадобились туфли для особого случая. Необходимость сменить обувь возникает часто. Именно поэтому приглашаем найти свою пару в магазине поддержанные новой обуви и сумок «Парис». Здесь можно подобрать красивую и удобную обувь в единственном экземпляре, а к ней удобную сумку и аксессуары, а еще другие интересные вещи, имеющие свою историю. Сейчас вы находитесь в нашем магазине обуви и сумок «Парис». Мы предлагаем вам ношенную, малоношенную и абсолютно новую обувь, сумки и разного типа игрушки для детей и взрослых. Мы представляем более чем несколько тысяч пар обуви, сумок, ремней и игрушек для всей семьи. В торговой сети магазинов «Парис» огромное предложение поддержанной обуви, сумок, поясов и различных мелочей, не только для женщин, но и для мужчин и детей. Их качество и уровень гарантируют европейские бренды, такие как Geox, Skechers, Gabora, Nike, Adidas, Clarks и многие другие. Магазин позаботился и о любителях лыжного спорта, предлагая спортивные ботинки разных размеров, больших и малых. У нас у единственных в Балтии есть дезинфектор Cleanse, который привезен нам специально для магазинов поддержанной обуви. Если вы вдруг боитесь, что подцепите бактерию или болезнь, не бойтесь, потому что именно у нас процедура, которая стоит 1 лат, длится 8 минут и убивает 99,7% всех бактерий, включая грибок. Вы также можете приносить обувь из дома, и за латик мы вам также продезинфицируем и ее. Она будет всегда свежей, чистой и приятно пахнуть. 6 раз в неделю в магазине «Парис» привозят новый товар, и вы всегда можете рассчитывать на особые скидки. Приобретая по 3 наименования одного товара – обуви, поясов, сумок или других аксессуаров – за самую дешевую покупку вы заплатите только полцены. По понедельникам 10% скидку в магазинах имеют пенсионеры, по средам – студенты, молодым родителям – скидки по пятницам. А в воскресенье все совершают покупки с 20% скидкой. Постоянные клиенты магазинов получают особую карту клиентов.
клиента, которая всегда будет радовать их самыми низкими ценами. Посещая магазины «Паарис», вы найдете обширный выбор товаров на любой вкус, а также низкие цены и высокое качество. Добро пожаловать в новый магазин «Паарис» на улице Низгалес 2Б в торговом центре «Минск». Чтобы деревянные полы, оконные рамы и заборы были защищены от гниения, рекомендуем использовать профессиональные пропитки. Благодаря современным антисептикам дерево не почернеет, а обработанная поверхность приобретет приятный оттенок. Применение антисептических средств для древесины – очень важный этап строительства деревянного дома, пренебрегать которым не стоит. Благодаря эффективному воздействию антисептиков обеспечивается полная изоляция участков дома от негативного влияния внешней среды, появление плесени, поедание древесины жуками-вредителями. Наша научно-производственная фирма «Релика» выпускает средства для защиты древесины. Вся продукция произведена в Латвии. Наши защитные средства эффективны против различных грибков, древесных грызунов и возгорания. Профессиональные пропитки для половых досок, стропил, оконных рам и заборов эффективно защищают древесину при контакте с грунтом и водой. Применение современных антисептиков препятствует также почернению дерева, а обработанная поверхность приобретает приятно светло-зеленый или коричневый оттенок. Также у нас есть очень востребованное клиентами отбеливающее средство «Балтамакс». Сейчас у меня в руках пример древесины, покрывшейся плесенью. После нанесения на поврежденную поверхность отбеливающего средства древесина становится полностью белой. В процессе сушки антисептические пропитки хорошо фиксируются на волокнах древесины и впоследствии не вымываются, не выветриваются и не загрязняют окружающую среду. Опытные сотрудники компании «Релика» всегда помогают выбрать наиболее эффективное средство, которое идеально подойдет для вашей постройки. Надеюсь, все успешно справились с периодом планетарной напряженности, о котором предупреждал нас Александр Соколов. А чем порадуете на этой неделе? Ну, я думаю, что любителям праздного образа жизни радоваться пока преждевременно, потому что напряжение, я и неоднократно повторял, одним из пиков напряжения как раз будет 19 сентября, поэтому эта неделя, она потребует от нас собранности. И в любой ситуации есть свои сложности, есть свои преимущества. Поэтому я хочу сказать, что на этой неделе удастся произвести просто грандиозную интеллектуальную работу, если мы будем готовы, если мы не будем расслабляться. Точных аспектов на этой неделе будет множество, и даже очень трудно их назвать, даже перечислить. Поэтому я остановлюсь только на самых значимых. Сразу скажу, что напряженные аспекты, которые продолжат действовать на этой неделе, они будут компенсированы позитивными влияниями планет, поэтому шарахаться, пугаться совершенно нечего. Повторяю, просто нужна собранность. Итак, 18 число, это вторник, это день, когда одной из наиболее значимых тем в нашей жизни будет тема коллективного сосуществования. Работаем ли мы вместе, живем в семье, именно эта тема привлечет внимание в первую очередь. Среда – это как раз и есть 19 число, кульминация напряжения. Я не думаю, что этот день будет особенно отличаться от остальных, потому что планеты медленные, и речь идет не о часах и днях, это даже недель. 20-е – четверг. Еще один важный день – это тоже кульминация нескольких периодов, несколько дней, когда какой-то особой опасности могут подвергаться дети. Поэтому будьте внимательны к своим деткам, не отпускайте их куда-то гулять в одиночестве, где есть какие-то рискованные обстоятельства. В общем, нужна максимальная осторожность. Зато к концу недели максимально значимым станет один из самых гармоничных аспектов этой недели. И я думаю, что если мы хорошо на неделе поработаем, то на выходные хорошо и отдохнем. Спасибо.
Метеопрогнозы, как и на прошлой неделе, упорно обещают нам наступление бабьего лета. Те, кто поверили, что в минувшую среду будет жарко, как летом, теперь ходят с простудой и кашлем. Но так хочется верить, что осень еще порадует нас последним теплом. На метеосайтах опять обнадеживающий прогноз. Максимальная температура в середине недели до плюс 20 градусов, дожди только к выходным. Будем верить в хорошие прогнозы, в том числе метеорологические. Встретимся через неделю.